Как сделать так, чтобы после свидания мужчина купил тебе продукты домой? Вы сидите на свидании, и потом, после свидания, когда он отвозит тебя домой, ну, мы предполагаем, что это уже нормальный мужчина, да? Да. Вот. После свидания ты ему говоришь: давай заедем в магазин, мне нужно купить там что-нибудь покушать. А давай в задний ход, а? Вот, заходите в магазин, начинаешь выбирать туда-сюда, возьми там все, что хочешь, короче, и подходи к кассе. Ну и смотри на его реакцию. Если это нормальный мужик, он после свидания оплатил тебе твои продукты, то все зашибись. Если он начал говорить или отходить, то в этот момент скажи ему: слушай, а что, я должна сама позаботиться о том, что буду кушать? Да. Вот, ну и все. Ребята, всем здорово! Саныч на связи. Представляете такую картину, да? Вот вы с кем-нибудь там посвиданькались, да, в парке там или в кафешке там посидели, выпили кофейку, едете домой, ну давай заедем, возьмем что-нибудь к завтраку, да? И привозит такую тележку, сетку картошки, сетку луку, 80 дошираков, да? 6 батонов, красная цена, да? Вы понимаете, о чем, о каких я батонах, да? Имею в виду, ребят. А если серьезно, знаете, вот почему я сказал, типа, а давай в задний ход, да? Это получается, вот все свои желания можно преподнести, типа, если ты их выполнять не хочешь, ты не настоящий мужчина или не настоящая женщина. Давай в жопу. Ну давай в жопу. Чё? А я не хочу. А, ты не настоящая женщина. Что, я должен сам заботиться о том, кого мне в жопу трахать или что? Почему ты не хочешь, да? Она хочет кушать, а что, должна сама об этом заботиться, что ли, да? Денег нету, что должна сама об этом заботиться, там, не знаю, там, отвези меня туда, своди меня в ресторан, дай мне денег, там, обеспечь, заплати. Это любое свое желание можно подвести таким вот образом. Но это просто эгоистичная хренотень, ребята. Пишите, что вы думаете по этому поводу, и по поводу батона «Красная цена» тоже не забывайте.